гнезде. Или кара, подожди. А, перезарядка минус 540 урона, а тут 200. Сюда 540. Ох! Вот это барышня, ля какая, так сказать, габаритная. Смотри, а кто тебе рога обломал, подруга? У меня там один рог немножко подломанный. Так, смотрим. Хильда, Карина, Алиса, Зилонг, Бруно. А тут у нас Алу, Тигрил, Тагил, там Алиса, Карина, Лейла. Нормально. Я как будто, знаете, попал в детский садик, в параллельный класс. Столько новых имен непонятных. Так, я могу предположить, что это дурень огромное идет на верхнюю линию, на топ. А, опыта как бы абсолютно ноль в игре, поэтому сразу берем тапки, берем первый скилл. Кстати, лагать меньше стало, заметили? Так, мы с вами уже сыграли пару каток, я надеюсь, не окажется на канале в записи. Лагать реально меньше стало. Можно будет сравнить даже. Так. Ля, уже нажимает кнопки, еще не успел прийти, уже бьют. А ну иди сюда, скотина, кого ты бьешь? Кого ты бьешь, я личность ранимая. Бьет она меня. Нормально, закрыли, значит, агрессоршу. Закрываем теперь физическую атаку. И начинаем по тавру работать. У нас тут покемон 30. Танчит тавр, не понимает этого, откидывает копыта, становится на колени. Отступаем. Хотя можно было под этого пушечника, в принципе, пару тычек дать. Можно еще так пить. Все, и побежали по пяткам, уходим. Нормально. Слышь, подруга, давай расскажешь. Расскажешь после прихода с респауна. С такими цифрами, как у тебя, здесь не дамажит. Давай, приходи. Да не-не-не, подожди. Не, подруга, это я же говорю, это же так не работает. Тут киберспорт 41 год. Ты шо? Так, а что у нас? Что у нас? Сейчас надо что-нибудь затарить. Тут такой выбор обширный. Как будто на рынок пришел. А, физическая атака, скорость передвижения. Ну, конечно, скорость передвижения. Мы же мили, кор, герой, АД керри тупо. Мы работаем. Нам надо бегать быстро. Говорят, рожденный бегать, так сказать, проблем не боится. Понимаете, о чем я? На медочке у нас проблем нету, там чела загнобили, на боте тоже очень уверенно все обстоит. Ну и на топе, собственно, противник, кстати, можно похилиться, пока противник не пришел. Не знаю, можно ли тычковать, не буду на всякий случай тычковать, чтобы отхил не сбился. А то нам как бы на респ-то особо и не надо двигаться, правильно? Поэтому, да, привет всем, кто присоединился в чате, здорово всем, здорово Ку, привет, здравствуйте. Лайки, ребят, ставьте за такой-то прогиб. По горбу этому сутулому. Нормально. Закрываем крипов. Сутулый не понимает, что ему не надо подходить к нам. Даем ему еще. И с ультимативной влетаем и просто впечатываем его нахрен в асфальт. Закапываем. Можно теперь по крипочкам поработать. Скоро уже откатится от хил. Можно даже взять какую-нибудь хрень. Например, сгорающая душа. Не знаю, что это дает, но звучит очень романтично. Так, так, дружище. А что ты пришел сюда? Ты вообще видел, кто тут? Он, кстати, поглощает. Ты шо, падла? Тебе только поглощать, иди впитывай. Нормально. Так, все, отступаем. Отступаем, хилимся в кустиках. Он, возможно, сейчас не ожидает такого и выйдет на нас. Хотя мы сами на него выйдем. Иди сюда, друг. Туда, поглотил. Ну тычку по горбу не поглотишь. Нормально. Так, плюс магическая защита, плюс физическая атака. Конечно же атака, нахрен нам защита, мы тупо атакуем. Лучшая защита — это нападение, правильно? Наш тиммейт наконец-то раздуплился, пришел на эту линию. Ну мог бы в принципе и не приходить, тут такой киберспорт стоит, что ну, тут как бы помощь не нужна. Я, кстати, так и не понял, что дает первая кнопка. Я пытался ускориться, но что-то она как-то непонятно работает. Давайте попротестим еще раз. А, вот так она работает. Так это я зря тапки, получается, брал. Можно было сэкономить на тапочках. Тапочки нынче не дешевые. Давайте закроем лук на дамаг и пойдем посмотрим, что у нас в лесу. А в лесу у нас какой-то хрыч. Ускоряемся и по горбине ему туда просто с плеча. Хорошо. Уф. Смотри, какая дурень стоит. Ля.
Только подошел, а уже дерется. Ну давай, если вывезешь. Давай, мать твою. А, я понял, короче, вторая кнопка дает пассивный урон нескольким тычкам, как я понял. А я вывезу против этой псины? Она, видимо, тоже из сквада сутулых. Ля, ля, нападает. До конца, на характере. Ну, что-то за нее вообще ничего не дали. Тут какие-то бобы с нее повыпадали. Нормально, посадим. Опа, подруга, здорово. Ты шо? Ты не по адресу. Плюс 70 голды, нормально. Если что, ребят, это первая катка, и можете поставить за нее лайк, потому что, ну, настолько киберспортивная дисциплина, я думаю, вы нигде не сможете наблюдать, кроме как здесь. Потому что это третья игра, а стример-то уже лучше 95-98% игроков работает. Перспективно, перспективно можно и лайк поставить, правильно? Все, заходим на мид, ромим, прилетает у нас первый, нажимаем пробельщик, прилетает второй, хорошо. Закрываем арбалетчика. И можно мид уже сносить. Плюс магическая защита, я думаю, не помешает нам. Кстати, там на боте какой-то хрыч. О, блядь, дядя, ты шо? У меня еще ульта. Куда он делся, блядь? Не вижу. Шо с ним? Я что-то потерял его чуть-чуть. О, тут крип, тут тоже. Тут друг этой сутулой огромной хрени. Тоже надо взять. Можно даже нажать двоечку. А куда я побежал? Мне надо ее бить. Плюс в ульту. Сейчас мы зайдем на бот, когда у нас ульта откатится. И чел просто на боте варежку завяжут. Просто с того, какой по нему урон заедет. Я думаю, что самое лучшее время к нему зайти. Нажмем кнопку отхила, похилимся и посмотрим, где он тут пропадает. Это что такое? Неважно, пойдет. Так. Там двое на миду, ладно. Ускоримся, побежим на мид. Я не вижу чела на боте. Сюда, подруга. Оп. Этого угорбателя. Стой, стой, подлюка. На. Хорошо. Чел на боте так и не появился, да? Чела на боте так и нет. У нас топ пушат крипы, но это в принципе по барабану. Давайте снесем бот. У меня походу ауе тычка. Я по нескольким крипам вроде только что нанес дамаг. Так, нам предлагают затариться снова. Куда бы ты ни пришел в этой игре, везде разводят на бабки. Ладно, давайте так уж и быть, купим немножко хп, немножко дамага. Не знаю, что покупать, но пускай будет это. Тем временем на топе какая-то разборка, давайте туда сходим. Хотя, на миду тут тоже приятно. Сюда. Куда ты убегаешь, подруга? Ты никуда не убегаешь. Стой, мать твою. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, КДшечку себе ухудшил. Ну ничего страшного. Эту битву мы проиграли, но война еще, так сказать, идет. Вылетаем на мид. Можем ускориться немножко. И посмотреть, что там на миду. Там на миду какой-то тоже сыч у них потный. Видимо, тоже из киберспорта ворвался сюда. Давайте сфотографируем его на память. Так, закрываем. Вот это, дядь, это так не работает. Не-не-не-не-не, выходишь. Выходишь, дядь. И друг выходит. Просто оба покидаете территорию. Ой-ой-ой. Эфочка, эфочка. Эфочка не жмется. И Ниса, хоть что-то. Ран, ран. Петляй, Петрович. Всей командой напали, не люди. Нормально, 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 живем. Почему-то эфочка не кинулась. Нам предлагают вернуться, но такие бесстрашные бойцы, как мы, не возвращаются. Вперед к победе, ни шагу назад. Нормально. Мы кстати, разменялись, если что, на двоих. Ну как разменялись? Так, тут какой-то сыч. Со своим другом. Давайте выучим немножко дефа. Нас видно. Дядь. Да не-не-не-не-не. Да ты ж куда ты лезешь? Куда ты сало вешаешь, дядя? Ты вообще видел, с кем ты бодаешься? С кем ты дерешься, дядь? Так, ладно, у тебя есть тиммейты, отходим. Там уже полетели кнопки в кусты мне. Нам это не надо, но нам надо вот этого. Вот этого сочного аж 2 кадра. Какие-то лагодромы, что происходит?
Стой, сука! Нет, нет. Т3 больно бьет, согласен, Т3 больно бьет, и логодром тоже больно бьет по нервам, по душе, так сказать, прямо лупит. Но здесь уже, кстати, хочу заметить, не такие слабые челы, как в прошлой катке были, в прошлых двух. Тут уже начинается такой, знаете, отпор. Первые пару каточек мы выиграли так, ну, неплохо, вы можете их посмотреть на канале, я надеюсь, на момент записи этого видоса, выкладывания этого видоса уже будет там что-то на канале. Можете перейти, чекнуть другие видосы. А тем временем у нас тут файт какой-то лютый. Байтим лохов. Просто выносим с ульты раз. Закрываем его. Закрываем варежку второму. Закупаем хпшечку. Видим третьего. Ускоряемся. Дядь, ну ты уже не уходишь. Ты уже приехал. Да нет, такие не уходят. Ты слишком сочный, чтобы идти. Ты слишком сочный. Куда его? Не, под Т3 я не полезу, брат. У меня уже детская травма по поводу Т3. Меня в детстве под Т3 закинули. Тут у нас продается тиммейт, немножко перепутал чел на вот этом громадном герое. Он, наверное, забыл, кто его отправил на респаун в прошлый раз. Нажимаем в него F-очку. F-очка не нажимается. Нажимаем в него двойку, просто с автоатаки его выкидываем. И они просто нажимают за. Просто завози это дерьмо, выкидываем просто красные кристаллы, летят во все стороны. Просто какая-то сияющая голова вылазит, говорит, вы победили. Спасибо за игру. Обязательно, ребят, ставьте лайк этой каточке, если вам понравился стример, так сказать. Ну, как бы он ничего такой молодой человек, перспективный, мы видим, лучше, чем 95% людей в данном проекте. Я думаю, что такому не грех и лайк поставить, правильно? Обязательно пишите комменты, подписывайтесь на канал, давайте набьем до хрена подписчиков по этой игре. Надеюсь, у нас получится с вами киберспортивная карьера. На этом все, с вами был Проф. Спасибо всем за просмотр, люблю, целую.